тех пор, как знаем их, Женя отца ее, терзанием и горю нет конца. Сейчас он будет здесь. Объединимся дружно, чтоб уговорами, чтоб силой, если нужно, склонить жестокого. Отладить мысль свою. Ага. Я очень рад, что всех вас застаю. Подобный документ и подписать приятно. Что я хочу сказать? Надеюсь, всем понятно. Во имя Господа! Свидетеля сердец! И если что-нибудь вас трогает, отец, умерьте вашу власть, явите сострадание, снимите с дочери такое послушание, чтобы не была нравдась принуждена на провидение за то, что рождена, и этот век земной, который вы ей дали, не делайте, отец, обителью печали. Ах! Если у меня заветная мечта быть с тем, кого люблю навеки отнята, то хоть из жалости избавьте дочь от муки ей ненавистного быть отданную в руки. И не давайте мне в отчаяние впасть, так страшно применив отеческую власть. Мужайся, сердце. Нет, не будем малодушны. Ведь я на все думаю, что с ним вы так радушны. Пожертвуйте ему имущество свое, коль мало этого, прибавьте и мое. Я рада все отдать. Все! А! У меня! Возьмите! А! Возьмите! Но самое меня хотя бы пощадите и пусть в лишениях, в стенах монастыря угаснет дней моих унылая заря. Ну, разумеется, они всегда монашки, как только их страстям отец не даст поплашки. Вставайте! И чем вам противнее супруг, тем больше, дочь моя, зачнется вам заслуг, плоть вашу усмирять вы можете браком. А я до глупости и хныканье не лаком. Как так? Молчать! Чужой не суйтесь, огород. Я требую от вас, чтобы вы закрыли рот. Когда принять совет, вы были бы согласны? Шумой, у вас всегда прекрасны, а не обдуманы. Я их без максимума, но не посетуйте, я их отклоню. Вот я на вас смотрю и развожу руками. Как ваши слепоты не видите вы сами. И до чего же вам любезен он и мил, раз вы забыли все, что здесь он учинил. Покорнейший слуга, я это понял. Раз. Вы же снисходительный до мисовой проказа. И на него у вас не поднялась рука, когда он оскорбить задумал бедняка. Да и себя, ленивый, чересчур спокойно. Хотя, казалось бы, здесь и вспылить пристойно. Я словом знаю все и не даюсь обману. А что вы скажете в неверии своем, когда увидите, что мы отнюдь не лжем? Да! Вот вздор! Но если бы вам сумели все это доказать и подтвердить на деле... Смешно! Вот человек! Ответьте же хоть раз! Я верна слова и не прошу от вас, но если как-нибудь вы убедились сами во всем своими же ушами и глазами, что вы сказали бы про друга своего? Тогда сказал бы! Да! Что? Да, сказал! Ну, да, да! Что? Ну? Что? Да ничего. Все это выдумки. Надо кончить с этим. Мы на упрек во лжи немедля вам ответим. И нужные шаги я тотчас предприму, чтобы вы сделались свидетелем всему. Ловлю вас. Я посмотреть согласен. Что-то получится у вас из этих басен.
возьмите все и спрячьтесь под столом. Что? Вам надо мне как можно лучше скрыться. Зачем же лезть под стол? Прошу поторопиться, что я придумала, увидите потом. Так залезайте же скорее и при том смотрите, чтоб он вас не видел и не слышал. Я из злобливости за все пределы, но надо посмотреть, как справитесь вы с ним. Надеюсь, кто был прав, мы сразу разъясним. Вести себя сейчас я буду очень странно, но эта вольность мне, да будет невозбранна, и возмущаться вам не следует ничуть, ведь это чтобы вас вернуть на правый путь. Вы сами сможете пресечь его порывы, как только будете во всем убеждены. Здесь вы решаете, мне ваша честь порука. Что вы? Сюда идут. Сидите. И не звука. Я будто нужен вам. Так передали.